из ангелочка Маши. Рисуем стильную вампиршу Марию. Для начала растянем маху. Сделаем ее немного повзрослее. Добавляем вампирский плащ. Перекрашиваем платье в черно-фиолетовое. Это паутинно-машкинская. Ой, ну как таким маленьким ротиком с двумя зубками она решила пить кровь? А? Такими зубами и медведя захомячить можно. Делаем вампирскую кожу. Делаем хвостики, как у летучей мышки крылья. Смотрите, какая крутая сумочка. Так, на ручку цепляем. Была обычная маха, а стала Мария Дракуловна. Whee!